Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы с вами едем в Девин. Это прекрасное место на юге Болгарии, у границы с Грецией. От Пловдива 90 километров, а от Варны целых почти 500 километров. Вот мы в Девине. Посередине протекает речка. Об этом городе я расскажу вам позже. А сегодня я приглашаю вас прогуляться по экотропе к водопаду Самодива. Возможно, вам понравится, и вы захотите совершить это путешествие самостоятельно. 14:45. Мы находимся в Девине и отправляемся на экопотеку очередную к водопаду Самодива. Не знаю, сможем мы туда дойти. Ну, по крайней мере, вот мы вам показываем. Здесь есть такой бассейн. За бассейном начинается вот эта экопотека. Так что пойдемте с нами. Сейчас все увидим. Сколько мы проползем по экопотеке. Но мы пока бодры и веселы. А этот спа-комплекс называется Стрелица. А вот здесь вот все написано. Это для детей. До 1 года 0, до 10 8, а над 10 15. То есть, а ты куда попадаешь? Каким детям? Я вообще не попадаю никуда. Правила поведения, туда-сюда. В общем, все можно послушать. А ресторан-то работает только для посетителей бассейна. Так, а тут и ресторан? Угу. Так это что он? А может быть, он не нам кофе сварит? Они только для посетителей бассейна. Там он есть. Мы же не в бассейне купаемся. Хотя можно и в бассейне. А это бассейн с минеральной водой. Сколько градусов? Надо же. Какая температура воздуха в большом бассейне? 26-28, да, воды. Маленьком 36-38. А в терапевтичном 39-42. А до какой час они работают? О, до 20. Мы еще успеем. Обратно пути. Добрый день. Добрый день. Я что-то сомневаюсь, что мы будем до 8 тут. Я тоже. Сейчас эти люди уйдут и все. Какая пещера. Пещера для хранения древа. Ну тут хороший бассейн, неплохой, он такой чистенький. А вот что делать, если встретишь медведя? Да, ничего не делать. Что как делать? Это? Ну что, вот встретишь медведя, он на тебя. И что? Ну что будешь делать? Предательство принимаем. Надо было мясо мне взять, которое... Да. Точно. Если медведя увидишь, сразу дать ему мясо. Точно. Которое нам дали в ресторане, его, может, только медведь разжует. Поэтому как раз либо собаки, либо медведи. Кто еще? Подъем здесь 70 метров. Всего-то? Да. А мы вчера 700 с тобой сделали. Да, мы вчера сделали 100. Ты же сказал 700. 700 это высота горы. Ага. А мы 100, да? Да. Но сегодня у нас легкий день. Все будет легко и просто. Вот какой 45 рублей. Красавчик продается за 45 рублей. Да, идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. И что увидим мы потом, расскажем или нет. Да, большой секрет. Движение то, живот, ребята. Вам напомнили, что движение то, живот. Вот, и мы пошли дальше двигаться. Снимаем красивые скалы, которые попадаются нам на пути. Прикольные. Вот девочки уже отходили. Добрый день. Добрый день. Так они уже все идут обратно. А мы идем только еще туда. Ну, правильно. Где-то... Сейчас тоже развернемся. Куда это мы развернемся? Идем себе, идем. Добрый день. Занамечивый путешественник. На сам гонит сейчас.
можем в тени сделать привал. Да, помню. Давай. Первый привал. Вот здесь есть такие тенистые места для отдыха от жары. Очень хорошие местечки. Так, пульсик у меня всего 83. Вообще ничего. Отсюда вот это небо. О, какое синее небо. И мы идем. Какие рыбы. А, я-то думаю, что он там увидел. А там он рыбы, но мы не видим с вами в воде. Да? Да. Да. Ну, вообще там рыбы. Да, видимо, тут вот спуститься можно и ловить рыбу. Но тут никакой проблемы. Спуститься можно. Погнали. Дядька скрылся. Значит, хорошо. Мы... Теперь нас нагнали еще двое. Да, но они такие резвые, мы их, наверное, пропустим. Вот красота. Кто понимает, конечно, как красиво здесь. Речки, горные. Супер. Продолжим наше движение. Вот уже какой-то маленький водопадик. Ну вот мы достигли. Самоходный водопадик в речке. Вот такая речка. Мы идем вдоль берега. Красивый вид. Так, ну мы продолжаем наше движение по путейке. Немножко захватываю речку. Витя сказал, что мы уже прошли что-то. Половину чего-то. Да. Но мы посмотрим, половина это или треть. Ну, что-то мы точно прошли уже. И поскольку мы немножко поели, то еще пока есть не хотим, надеюсь. Как ты думаешь? Нет? Не хотим. Отлично. Вот такой черный мох, высохший. Вот на этих скалах. Вернее, он был зеленый мох с фагном, но он высох. Вот беседка. Самодивская прыскала. 500 метров. Ты вообще сейчас представляешь? О, спасибо, что вы нас так поддержали. Вообще, друзья. Он точно, там было написано 1500 метров до этого водопада. Да, ну вот. Ну, пока нас никто не догоняет. А мы сидим в беседке и отдыхаем. А вот тут какие-то системы мостиковые. Мостики. Так, и дальше нам вот туда. Вот речка. Такая красивенькая. Все тоже с водопадиками. Классная. Здесь это бурлит. Просто отличненько. Так, мы идем. Путь стал наш немножко круче. Мы тут так немножко колеблемся. Правильно ли мы идем? Но у нас там было написано, что надо тут. И мы идем тут. Тут уже лестница. Ой. Все, лестница. Мы идем хорошо. Тут невысоко. Совсем низко. Мы прямо в каких-то джунглях. Ну, как ты? Нормально идешь? Почему?
Посидеть где есть тенечко? Не умереть. Почему умереть? Просто посидишь, покайфуешь. Прошли, да? Ну, пройдем сейчас. Вот тут, видишь, какие-то тропочки подделали. Вот тут. Просто не понимаю, где досочки. Ну, ладно. Пока что лесенки. Скажешь, когда будет 100 метров, мы будем отдыхать. Не, или кажется, или голоса какие-то где-то слышу. Я где-то слышу голоса. Все, мне ужасно жарко. Надо посидеть. Сейчас посидим вот там за... Сберемся. А, нет, там солнце. Давай здесь посидим. Сейчас вот там, и где нет солнца, там посидим. Все. Садимся. Так, мы здесь не одни, конечно, шашали. Хорошо, значит, мы правильно идем. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вы можете пройти так? Извиняйте. Извиняйте. Значит, мы идем правильным путем. Так, мы продолжаем наше движение по лестнице. И надеемся, что скоро начнутся деревянные мосточки. Но пока не видно. Пока лестницы продолжаются. Лестница еще идет вверх. Должны тебя расстроить. И нам придется на ней заползти. Что? Нет. Вот тут уже горизонталь. Все. Никакой почти никакого подъема. Здесь мы уже более-менее на пологом участке. Во. Но зато ступени заканчиваются. И начинается просто тропинка. Но она горизонтальная. И даже идет немножко вниз, что облегчает дорогу намного. Когда идешь немножко вниз, хорошо. В принципе, легкий участок, потому что он идет вниз. Вниз всегда легче, чем вверх. Помнишь, как мы с тобой искали дрон? Как мы ползали? Там было намного хуже. Но где ж похуже? Просто такой же бурелом, конечно. Такая же чищуба. Здесь дорожка обустроена. Тебе идешь, идешь. Нет, думай, куда тебе идти. Идешь себе тихонько и спокойно ползешь. Сейчас вверх, был вниз. Вот так. Так вот и ползем потихоньку в лесочке. Хорошо, что сегодня довольно прохладный ветер. Ветерок такой есть, освежающий.
Да, люди идут постоянно туда-сюда, туда-сюда. А я думаю, так все равно сюда идти, наверное. Да. Тропинка-то только. Тут опять пошли вверх. Сказочный лес, говорю. Мы полезли. Дальше. Дальше. Ой, ну слушай, мы пришли на мостик. Ура! Ну, водопада еще, наверное, нет, но мостик уже есть. Мы уже рядом где-то. А, так вот это водопад, что ли? Ну, вообще. Поздравляю. Похоже, что мы уже у водопада. Ползем. Ага. Осталось немножко. Давай отдохнем здесь. Повсюду водопады. Тут падает тоже. Но мы уже почти пришли к водопаду Самодива. И его тоже вам покажем сейчас. Мы пришли. Вот смотри. Водопад Самодивско-Прыскало. Вот так он называется. Самодивско-Прыскало. Высочина 70 метров. Первый под 25 метров, второй под 45 метров. Водопад я полноводен. Весенний-осенний сезон. Так, ну мы тут не одни, конечно, уже много людей. Мы сейчас туда приближаем. Посмотрим. Ну да. Здравствуйте. Все такие быстрые. Конечно, за 5 минут и прибежали. А ну что, тут... когда-то и мы были рысаками. Ну что делать? Да. Вот. Восходим. Последний участок. А вот здесь так брызжет красиво. Я уже ходил. Супер. Вот, Олечка, скажи, скажи. Отлично. Забрались наверх. Большая трудовая победа. Витя не верил, но мы это сделали. Надеюсь, вам понравился наш трудный поход. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много интересного.